Здравоохранение, социальное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство – вот далеко не все сферы, волнующие талибийцев. Были и неожиданные просьбы. Много лет назад я поселила квартиранта, сейчас ему 85 лет. У него никого нет, ни семьи, ни детей. Сейчас он себя плохо чувствует, почти не выходит. Глаза его не видят, он в памперсах. Я хочу, чтобы ему открыли портал и возможность пролечиться в больнице. А житель села Коксаек просит сделать правительство для граждан к этим самым гражданам поближе, хотя бы на 20 километров. Прошу в нашем ауле открыть ЦОН, чтобы получить элементарную справку. Приходится преодолевать от 20 до 60 километров. Еще один важный вопрос касается финансирования на развитие бизнеса. Не могу получить кредит на откорм скота, хотя сдал все документы. Каждый день кормят завтраками. Никакого толкового ответа я не получил. Еще один вопрос. У нас не выдают участки под ИЖС. Молодежь уезжает, потому что жить негде, строить тоже негде. К слову, следующий вопрос членов общественной приемной привел в замешательство. Уже хотя бы потому, что жители обвинили экс-чиновников в коррупционном преступлении и потребовали разобраться. В нашем сельском округе дорогая земля. 10 соток здесь стоят от 40 до 50 тысяч долларов. В 2005 году, когда акимом района был Мухит Алиев, он забрал 806 гектар с 28 соток, в которых можно было разместить зону отдыха, и вынес решение на 4094 соток. Наши земли он отдает в аренду на 49 лет. Там сейчас везде зона отдыха, вплоть до нашего старого кладбища. Каналы, по которым шла вода, перекрыты. А зону отдыха прямо на реках расположили. Куда мы только не обращались, никаких мер не принимают. Мы написали в Астану, в Нур-Отан. Комиссия приезжает, ничего не делает и уезжает. Мы требуем вернуть наши земли. За время смены двух акимов мы лишили 2000 гектар земли. Представители органов внутренних дел пообещали детально разобраться в вопросе и пригласили руководителя крестьянского хозяйства приехать на встречу с полным пакетом документов.